Невероятно! Столько стран на единицу пространства. Редко где встретишь такое культурное разнообразие. Команды международного движения SAGE – молодежь за развитие глобального предпринимательства – встретились в Маниле на Филиппинах для участия в 14-м чемпионате мира. Welcome to SAGE Global. Добро пожаловать на чемпионат мира. Мои поздравления всем, кто приехал сюда, на Филиппины. Нас ждут плодотворные, насыщенные дни работы. Мои лучшие пожелания в это великое время свершений для всех участников. Чемпионат SAGE – настоящие олимпийские игры среди молодых предпринимателей. Традиционно программа состоит из нескольких этапов. Все начинается с официальной церемонии жеребьевки, где определяется, в какой из лиг будет участвовать каждая команда. Я очень счастлива этой встрече тут, на Филиппинах. В эти дни сюда приехали команды и их национальные координаторы из Украины, России, а также Филиппин, Пакистана, Ирана, Латвии. Столько стран со всего мира. С приветственными речами и напутствиями гостей встречают организаторы чемпионата. Среди VIP-персон – внук Нельсона Манделы, Ндаба Мандела. Приветствую вас, друзья! Тут собрались те, кто своими инициативами изменит мир к лучшему. После торжественного открытия начинается День страны, на котором участники знакомятся друг с другом с особенностями и обычаями стран-участниц чемпионата. Надеюсь, мои студенты получают лучший опыт, общаясь с участниками из других стран. Мы видим, что ребята из Украины сразу заинтересовывают других участников своей презентацией. Здесь возникает крепкая дружба между единомышленниками, возникают партнерские контакты, которые в дальнейшем могут перерасти в глобальные бизнес-проекты. Это за полями чемпионата, международные конфликты и политические разногласия. Здесь участники стран показывают, каким дружным и толерантным может быть современный мир и каких результатов можно достичь, объединяя усилия в решении глобальных проблем. Это обмен опытом, культурным. И не только. Вы посмотрите на ребят. Они уже как лучшие друзья, как одна семья. Ярмарка культур – вдохновляющее действие для участников SAGE. Несмотря на разные языки, культурные особенности каждой страны, на религиозные различия и убеждения, здесь происходит международная коммуникация. Первое понимание возникает на невербальном уровне, а симпатии через кулинарные традиции и общие интересы, которые оказываются у молодежи из разных стран, очень похожими. Okay. Мы представляем свои проекты в двух категориях – бизнес и социальный. Мы счастливы быть здесь. Ярмарка плавно переходит в презентации. Это могут быть деловые или театрализованные представления. Главное, они укрепляют установившееся знакомство и дают более полную информацию о стране-участнице. SAGE Ukraine has been very active. Команда SAGE из Украины очень-очень активна. Я знаю, что студенты из Украины всегда на высоте и не раз побеждали в прошлых чемпионатах. Я знаю, что завтра на самих соревнованиях мы увидим что-то невероятное от участников из Украины. Ребята из Украины представляют на чемпионате два проекта – социальный и бизнес. Первый – это здоровый шоколад с экологически чистыми ингредиентами. Второй – настольная бизнес-игра нового поколения. Здесь, на Филиппинах, Украина в фаворитах. Испытываю такое большое счастье, большую радость, что я здесь участвую. Я тут принимаю опять же участие, смотрю, знакомлюсь с другими людьми, смотрю другие культуры. Команды из Украины готовились к этому дню долго. Представить свою страну на самом высоком международном уровне им помогали преподаватели бизнес-школы «Биг Босс» и их родители. Костюмы ребятам шила известный украинский дизайнер Оксана Полонец, аксессуары – Елена Потопна, сувениры – Оксана Бубликова.
Поддержка, которую оказали чемпионам Украины, вдохновляет на победу, говорят ребята. Как бы для Украины мы со всеми можем установить теплые отношения, потому что мы вот реально дружелюбны, мы пытаемся со всеми разговаривать, и все с нами разговаривают. Но как вот основные, это для нас было интересно Китай, они показали нам, как пишутся наши имена, это было, правда, необычно и интересно. Традиционно после знакомства команд на Country Day начинается сам соревновательный процесс. Команды из разных стран представляют свои проекты на суд жюри. Все строго регламентировано и очень волнительно. Спасибо большое за организацию. Чемпионат проходит на очень высоком уровне. Это потрясающая атмосфера, особая экологическая среда, в которой встречаются наши дети. Это необходимый обмен опытом для наших студентов, для лучших учителей со всего мира, для бизнесменов, для развития глобального предпринимательства. На сегодня Sage – это мировое движение, которое объединяет множество стран в инициативе развития социально-ответственного предпринимательства. В этом году на Филиппинах встречаются команды из Украины, США, Канады, России, Латвии, Молдовы, Ирана, Кении, Японии и многих других стран. Через несколько дней чемпионат завершится торжественным гала-ужином и церемонией награждения участников. Welcome to the Sage World Cup 2016. Welcome to Manila, Philippines.